Девчулечки, всем приветик. Понедельник. Сегодня началась рабочая неделя. С дома не успела всех поздравить со столь радостным событием. Прибежала на работу. Вот теперь вам отзваниваюсь, отписываюсь. Всех поздравляю с началом рабочей недели. Желаю всем удачных выходных. Как показать-то? 100 рецептов красоты для век. Я сейчас сходила, умылась. Не умылась, а ну, я вообще мне... Я прихожу, мою руки. Я уже говорила, что у меня почему-то фобия какая-то. Мне нужно лицо, вот эти места. Немножко кремом помажу. Кожа суховатая. Вообще, когда на улице холодно и ветрено, у меня сохнет кожа очень сильно. Но это у всех, наверное. И вот я решила, что так, сидеть, пока народа нет. Немножко веки увлажнить. Чутка. Не хочется пока вот здесь вот морщин собирать. Очень не хочется. Это крем 100 рецептов красоты. Вообще мне очень нравится крем «Чистая линия». «Чистая линия» облепиховый. Облепиховый крем. Вот такой вот гель для бровей. Но я обычно покупаю его прозрачный. Прозрачного не было в этот раз. Такой вот коричневый. Потому что брови... большие, густые, и чтобы их немножко это привести в порядок, я их просто расчесываю, и этот гель засыхает, и брови держат форму. Очень мне нравится. Вот видите? И все. И они сейчас будут, брови такие жесткие, будут держать форму весь день. Все. Я накрасилась, привела себя в порядок. Это у меня карандаш, даже не помада. Помады у меня нету. Ну, они есть, конечно, но я ими не пользуюсь. Я еще нет-нет, да люблю вот блеск для губ. Вот видите? На всякий случай с собой вот две штуки. Все, больше ничего. И блеском и то редко пользуюсь, потому что он растекается на губах. У меня все нет времени съездить татуаж сделать. Очень я хочу сделать татуаж губ, чтобы и никакого карандаша. Тогда будет блеск красиво на губах держаться. Тогда он не будет расползаться по губам. Ну что, покажу, как сегодня нарядилась. Ну, я уже показывала это платье. Сейчас покажу, встану. Девочки, мы подсели на эти пироги конкретно. Надо что-то делать. Надо завязывать. Это я, правда, делаю на завтра, чтобы утром встать и было с чем чай попить. О, смотрите. Вот это с луком. Мой кусочек. Без лука костян. Рыбный пирог. Картошка и рыбная консерва. Я ее всю перебрала. Без косточек. Добавила в нее приправку, майонезик. И вот такая вот красотища получается. Видите, аж кипит. Вот такой большой будет рыбный пирог. Утром попить чаёк перед работой. Еще я пожарила котлетки. 5 штучек. Но 2 мы уже с Константином съели. О, блядь. Смотрите. Холодец получился. Котлетки куриные.
И две были свиные, видите, поэтому даже холодец получился. Две котлетки мы съели на ужин с Константином, а это завтра Костяну. Придет со школы, будет кушать. Как я уже говорила, крышку разбила, представляете? Крышка от казана лопнула, вот закрываю, чем попало. Нет времени, надо сходить в магазин, купить хорошую крышку. Диаметр измерить и купить крышку для казана. Вот такой у нас сегодня ужин. Вот котлетки, на гарнир была картошечка жареная и макарошечки, кто что хочет. И пирог. Но я думаю, что пирог мы сегодня кушать не будем, потому что время уже 11:30. Я уже сытая, Костян тоже сидит, он историю повторяет. Сейчас покажу, что я сегодня купила Константину. Ребята, хочу показать, что я сегодня купила Костяну. Очень крутые штаны. Просто крутотенские. Такие вот с боков на карманах. Вот такая у них задница вся в карманах тоже. Шикарные просто. Не знаю, что за фирма. Штаны стоят 1800. Очень мне нравится, что они все в карманах. Вот здесь, получается, у нее на ногах сбоку по двое карманов. Хороший очень материал. Хлопок 100%. Вот видите, сейчас покажу. 100% хлопок. Так, что еще Костяну взяла? Костяну еще купила сегодня я ботинки. Тоже очень шикарного качества. Зимние ботинки. Все на цигейке. Кожа натуральная. Сорок второго размера. Смотрите, какие симпотные. Ботинки наши советские. Где-то вот написано. Страна-производитель. Российская Федерация. Кожа натуральная. Шерсть. 42 размер. Ботинки дороговатые. Стоят 4900. Но раз они все натуралка, у них очень хорошее вот это место мягкое, что не натирает, не будет ничего. Прям здесь шикарная кожа. Завтра обновить пойдет в школу в новых ботинках. Еще не удержалась. Сейчас покажу. Не удержалась вообще. Увидела в интернете в фикс-прайсе вот такой наборчик. Кружечек. Костян со школы пришел, я его сразу же отправила. Как вам? Ну, вот он, конечно, мне нахер не нужен. Но я прямо увидела, захотела. Конечно, я думала, у них качество получше. Качество так себе. Вот такие хорошенькие наборчик кружечек. Наборчик кружечек стоит 199 в фикс-прайсе. Ну, думаю, ну да ладно. Все равно будем кофе пить. Мужу подарю, прикольнусь. Скажу, Петрович, тебе на 14 февраля. Еще не удержала, сегодня купила Константина, но это он уже давно отложил в моем магазине. А я ему сегодня это взяла. 4 набора лего, но не дешевые, по 300 рублей. Видите, все разные. Коллекция, так сказать. Вот. В общем, вот это все мое сегодняшнее приобретение. Но я считаю, самое хорошее это ботинки. Ботинки просто шикардосные. Костян их давно пришел, померил. Это магазин спецодежды, но дороговатый магазин, конечно, все дорого, но все качественное, все сертифицированное.
В общем, вот эти ботинки и вот эти брюки мы давно уже приглядели. Ну, брюки сегодня я приглядела. А ботинки еще неделю назад я на них глаз положила. Он сегодня пришел, померил, все идеально, все. Я ему их забрала. Вот, я думаю, что самое хорошее это вот брюки и ботинки. Ну, это так, ерунда. А кружечки вообще просто так, как говорится, сама себе подарила. Милота Милотовская. А теперь, ребята, сейчас я вам покажу своих кошек. Посмотрите. Где они? Видно, нет? Сейчас я переключу камеру и покажу вам своих кошечек. Посмотрите, какие у меня примерные кошечки. Время у нас 20:21, пол первого доходит. Мои девочки давно покушали. Вон Анфисочка там чешется, лижется. Анфиса, ты моя красавица. Вы мои красавицы, мои любимые девочки. Девчульки мои любимые. Они, видите, какие примерные. Покушали, наелись. Я им сегодня рыбкой покормила. И все. И будут теперь они спать вот в этой своей будочке. Видите, какой прикольный у них этот домик кошачий. Очень мне он нравится, этот домик кошачий. Вот так вот он выглядит. Ну, он довольно-таки такой большой. И они прям сразу его полюбили, и все, они у меня в этом домике только и спят. Ну, могут прийти ночью там полежать со мной под одеялком, но в основном все время в этом домике. Так что вот, ну все, ребята, я побежала, у меня же там жарится пирог, надо проверить пирог, а то еще сгорит, не дай бог. Проверим. Бах, бах, бах. Ну, еще тесто немножко надо подержать, видите, тесто еще беленькое. Пусть еще постоит. Ой, как он весь шкварчит. Очень вкусно. Очень вкусно. Еще пару минуточек. Час 30 ночи. Сейчас я пойду быстренько на полянке погуляю с Эдиком, чтобы он спал спокойно. Я его уже приучила так поздно выбегать пописать. Сейчас он сбегает под дерево, пописает. И мы будем укладываться спать. А то уже пол второго. Ряхты все вставают. Ой, Господи. Видон, конечно, не дай бог. Ну, что, я же дома. Ко мне дома наряжаться. Что-то все губы воспалились. Прям воспалились все губы. Не знаю, завтра это. Сейчас пойду намажу гигиенической помадой. Вот я заметила, у меня какой-то один карандаш для губ. Вот с него вот так вот воспаляются губы. Наверное, карандаш плохой. Я больше мазаться не буду. Вот прям вот как будто вы посохли и полопали. Сейчас гигиенической намажу. Ну, с собакой погуляю, умоюсь, естественно. Намажу морду кремом, чтобы морщины все натянулись. И все, ребята. У нас уже ночь кромешная, вот видите. Девчонки мои любимые, где они? Где они, девчонки, видно? Изабелька, он уже дрыхнет. Анфиса что-то еще сидит, как злыдня. А это Изабелечка маленькая, маленькая моя. Короче, ребята, всем спокойной ночи. Ну, думаю, завтра увидимся. Всем пока, всем до завтра.